Невероятная встреча случилась в канун Международного дня учителя. 94-летний Володя Агамбабян решил поздравить свою учительницу по русскому языку, 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Розалию Абгарян. Добро пожаловать. Встречу, которая состоялась через более чем 70 лет, удалось заснять съемочной группе «Спутник Армения». 29-летняя Розалия преподавала тогда в химическом техникуме, где учился 23-летний Володя. Երի, Ռոզալիա Սերգեյևնան հենց մոտեցավ հարցրի, ասի, Ռոզալիա Սերգեյևնան ստեղ կաշկածում, ասավ երի, ասավ գնասավ. Пережив Великую Отечественную войну в начале 50-х годов прошлого века, Розалия Сергеевна учила великому и могучему языку. Несмотря на то, что у Розалии Сергеевны было много учеников, она до сих пор помнит Володю. Вместе им есть что вспомнить. Сейчас Агамбабян единственный из того курса химиков. Его однокурсников уже нет в живых. 101-летняя Розалия Абгарян с радостью поделилась главным секретом профессии учителя. Несмотря на преклонный возраст, Володя и сейчас, во время встречи с учительницей, ощущает себя учеником. Поздравление преподавателю произносит на русском языке, боясь ошибиться. Поздравляю вас с великим праздником учителей. Днем учителей. Спасибо. Хорошо сказал. Сегодня оба долгожителя желают друг друга одного – здоровья и долгих лет жизни.